Сегодняшняя лекция у нас заключительная. Заключительная лекция связана с тем, что мы, так сказать, о том, как организовывать забастовку, мы об этом говорили, а вот о самой забастовке мы говорили пока недостаточно, и главное, что надо ее, наверное, завершить. Забастовка – это не самоцель, правда? Забастовка – это некоторые средства для работников, значит, разрешить коллективный трудовой спор и добиться выполнения тех требований, которые были выдвинуты. Для работодателя завершение забастовки – это окончание такого беспокойного этапа, потому что даже если никакого ущерба непосредственно работодателю забастовка и не нанесла, хотя она наносит всегда ущерб, безусловно, потому что, ну, если люди не работают, то ясно, что меньше будет создано продукции, то в любом случае, так сказать, авторитет этого работодателя среди других работодателей, он, это и все знают, он падает, потому что он не нашел язык с коллективом, не нашел подходящего языка для того, чтобы договориться с коллективом. Что это такая за проблема, которую никак нельзя решить? Никакие такие бесконечные и страшные такие требования не предъявляются. Кто-нибудь слышал, видел какие-нибудь забастовочные требования когда-нибудь, которые представляли собой что-то необыкновенное? Но хуже даже, наоборот. Я уже говорил, что сплошь и рядом люди выходят с требованиями индексировать заработную плату. Везде, где мне приходится общаться с работниками или их представителями, с профсоюзными организациями, я везде их за это начинаю стыдить. Как вам не стыдно вообще выдвигать требования, что вот в следующий году жить не хуже, чем в прошлом году? Точно так. То есть навечно остаться вот в таком положении, все, научная технический прогресс идет. Нам говорят, что у нас там чуть ли не постиндустриальное общество, уже информационное. Мне иногда кажется, что сейчас будут жареные рябчики у меня изо рта вылетать, если информационное общество. Уже не просто там идеи чего-нибудь, а уже и прямо, уже, наверное, непосредственно все должно вылетать, выскакивать. И автомобили прямо отсюда, так сказать, из института философии должны выкатываться, наверное, здесь. Но это надо хором, наверное, преподавателям должны что-то такое рассказывать, чтобы они выкатывали. И в это время люди, которые составляют главную производительную силу, выдвигают требования, чтобы у нас было в этом году не хуже, чем или столько же, сколько в этом году. И вот, скажем, на пресс-конференции наш председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев заверяет, что мы, несмотря на все вот эти наши проблемы, мы постараемся индексацию обеспечить в государственных компаниях и в государственных учреждениях. Постараемся, это сами понимаете, постараемся. Если получится, обеспечим. Не получится, то не обеспечим. Постараемся. То есть не то, чтобы мы, вот, скажем, обеспечим повышение уровня реального содержания зарплаты, а это написано где? 134-й статье Трудового кодекса Российской Федерации. Не просто там говорится, что повысить. Там написано обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. И несмотря на это, все равно люди вот ходят. Поэтому никаких таких особенных требований забастовщики не предъявляют. Или они предъявляют требования дать такую спецодежду, которую можно было бы носить. И чтобы с помощью этой спецодежды было бы возможно совершать трудовые операции. Чтобы она не намокала, или чтобы она не грязнилась немедленно, чтобы она не рвалась сразу и так далее. Чтобы она защищала и так далее. Или люди требуют, чтобы установили вентилятор, потому что там загазованность, задымленность и так далее. Или что нужно, сказать, защитные решетки поставить, чтобы туда кто-нибудь не ввалился или не оторвал руку-ногу. Ну, кто-нибудь, вы видели какие-то великие такие забастовки в наше время? Кто-нибудь такой потребовал, что прямо можно было сказать, ну, что вы требуете такого? Ну, что такого требует? Я бы даже сказал, что наоборот. И что касается и, так сказать, правительственных постановлений, что вот мы повысим минимальный размер оплаты труда с 5600 до 6200, при том, что правительство отдает себе отчет о том, что прожиточный минимум зашкаливает за 7900. Там чуть ли не под 9 подходит. Прожиточный минимум. А минимальный размер оплаты труда вот такой. И вы видели, что у тех же докеров больше в коллективном договоре, который закончился,
чем то, что предлагает правительство только еще на следующий год. Да. Михаил Васильевич, а если вы, допустим, предложите олигархам изучить, допустим, опыт Генри Форда, они же сами будут рады делать все это? Значит, олигархи, это, как вы сказали, кто такие олигархи? Вот Генри Форд никто его олигархом не называет, хотя он крупный миллиардер, правильно? Почему? Потому что он инженер, изобретатель, организатор производства, и при этом крупный предприниматель, миллиардер. Миллиардер не за счет того, что он где-то быстро прибежал, подсуетился и захватил какие-то куски общенародного достояния. Миллиардер, потому что он так организовал производство, что тоже являясь эксплуататором, как и другие капиталисты. При этом он все-таки главным-то сделал для себя не эксплуатацию, а главным сделал развитие производства. И это позволило ему стать и очень богатым человеком, но при этом он развил целую индустрию. И я бы очень советовал почитать его воспоминания, там, его жизни, его опыт. Он очень интересен и полезен с точки зрения того, что бы надо советовать вот нашим некоторым капиталистам. Говорят, ну хорошо, мы вам не будем советовать то, что там связано с рабочими, с их требованиями, но вы сделаете это, как делают лучшие капиталисты. Ну что надо делать? Ну как минимум надо старые станки заменять на новые. Это называется амортизация, чтобы не умирала техника. Во-вторых, надо значительную часть прибыли отправлять в производство для увеличения новых работников и новых средств производства, чтобы заводы, фабрики, они росли, производство увеличилось, производительность труда росла. Что у нас с производительностью? Ничего не узнаешь. Я должен сказать, что я имею в виду, что я вот кандидат экономических наук, у нас была такая практика выработана, что мы каждый год в январе читали СССР в цифрах, потом выходило народное хозяйство СССР, вот такое вот. И мы знали, какая динамика, по каким отраслям, что происходит, какая производительность. Я хорошо знаю, что тогда, там, в 80-х годах СССР был на третьем месте производительности труда. Он никогда не был ни на втором, ни на первом. Никогда. Поэтому представлять себе так, что вот мы были на первом, потом ушли. Нет, мы на третьем были. На втором была Франция. На первом месте были Соединенные Штаты Америки. И когда сейчас начинают рассказывать, вот они такие и сякие, они, конечно, и такие, и сякие, но надо поучиться тому, как они достигли высокой производительности труда. Вот они доллары печатают и грабят весь мир. Печатают, грабят. Но если вы хотите грабить весь мир, так вы станьте сильнее меня. А если я сильнее вас, я вас буду сейчас грабить. Правильно? Ну как можно грабить, не имея большей силы? То есть надо-то смотреть не на это. Это понятно, это правильно. Я это совершенно не оспариваю. Но надо обращать внимание на то, чему можно и нужно поучиться. И вот приезжают люди из Америки. Маяковского, и вот был такой еще замминистра торговли, который написал хорошую книжку, он поездил по Америке, потом он сам был генеральным директором Красного Сормова, производственник Смеляков, Николай Смеляков. Он поездил по Америке и рассказал, как там организовано производство. Вот больше книжек я не знаю. Все остальные будут ходить по магазинам. А что ходить? И здесь также ходить, и так, здесь Макдональдс, там Макдональдс. Вот я в Афинах был. Да то же самое Марс, и тот же самый Марс, тот же самый Баунти. Если вы хотите что-нибудь греческое купить, надо идти к Акрополю. И только там что-то можно еще и найти. А так все это одно и то же. Одно и то же по всей Европе. Ничего там особенного вы нечего рассматривать. И незачем ехать тогда в эту самую Америку. То же самое это увидите. Те же самые продукты, те же самые джинсы. Что здесь футболки с Че Геварой, что там футболки с Че Геварой. Никакой разницы. Что здесь, так сказать, просто носят, так сказать, ничего в этом особенно революционного нет. Что там. Поэтому вот такой глубины изучения, рассмотрения нету. Так что вы совершенно правильно поставили вопрос. Надо учиться у этого. И мы должны, вот как конфликтологи, не так ставить вопрос, что вот от вас требуют рабочие, вы должны быть справедливыми. Ну нельзя, ты вот на справедливость будешь опираться. Нету справедливости. Нету. А при социализме будет справедливость? Нет. Вот Ленин прямо в «Государстве революции» пишет «Справедливость и равенство».
Первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается. Неравенство несправедливое. А как оно может быть справедливое? Там у вас, допустим, 5 детей, а у меня 1. А зарплаты одинаковые. Мы одинаковые хорошие работники. Я, значит, что хочу, то и покупаю, а вы смотрите, как вам чего-нибудь пойти в секонд-хенд купить. Ну, есть разница. Один здоровый, а другой все время болеет. А раз он болеет, он идет. А аптек у нас, думаете, от любви к людям столько аптек у нас? Потому что это же такой источник доходов колоссальный. Стоит переименовать лекарства уже в 10 раз дороже. Вот там есть такие переводные таблицы. Наше лекарство и такие же. Лекарства иностранные с другим названием в 10 раз. Ну, кто знает, переводит, тот, значит, это дешевле получает. А в общем, в целом, бабушки приходят и на 2-3 тысячи наберут, отнимут от своей пенсии в 9 тысяч и уходят. И, так сказать, остается им на еду все меньше и меньше, а ЖКХ, расходы растут в полной противоположности с тем, что с ростом производительности труда, затраты труда на все, в том числе на фитинги, краны и прочую дребедень, сантехнику, сокращаются. И поэтому цены должны падать. Если эти цены будут соответствовать затратам труда. Но если я решил у вас денег много забрать, то я вас за счет своей производительности труда заберу вот эту разницу, а за счет повышения цены еще добавлю себе и стану олигархом. И у меня будет подводная лодка и яхта. А вы продайте это и купите себе колбасы, чтобы не умереть. Так. Короче говоря, значит, забастовка, да, рано или поздно должна заканчиваться. Есть разные формы окончания забастовки. Есть такая форма окончания забастовки, как приостановить работники. Если они не приостановят, у них, они же не получают за те дни, когда они бастуют зарплаты. Ну, 2 недели так прожили, 3 недели, месяц так прожили. Хотя они в это время могут работать в другом месте. И зарабатывать. Это не запрещено. Вот. Ну вот, если они приостановили забастовку в связи с тем, что требования не удовлетворены, они начинают, продолжают работать, а сохраняется забастовочный комитет. Что плохого в этом, что есть забастовочный комитет, который в любой момент может принять решение возобновить забастовку. И, допустим, провести ее вот в таком шахматном порядке. Вот выясняется цепочка технологическая. Вот в понедельник вы бастуете, во вторник вы, в среду вы, в четверг вы, в пятницу вы. И все время все стоит. А все получают зарплату, кроме одного в этот день. И так далее. То есть, какие ограничения дает Трудовой кодекс? Нужно, чтобы за 3 дня было подано уведомление. Никакой процедуры не надо проходить. То есть вообще, по-хорошему, один раз надо помучиться пройти эту длинную процедуру, про которую говорят некоторые профсоюзники. О, это невозможно. Можно подумать, что проблема в прохождении процедуры, а не в том, чтобы вы убедили там коллектив дружно выступить. Потому что это гораздо труднее. И хорошо, что длинно. Постепенно люди втягиваются в это обсуждение, выясняют, почему и кто и не удовлетворяет их требования. Потому что так просто, вот, скажем, сделаю так, что вдруг все отказались работать. Как так? Вы не будете получать зарплату, а у вас есть всякие проблемы, в том числе надо оплачивать кредиты и так далее, проценты за кредит. Это не такая простая вещь. Говорят, вот здесь у нас мало кто у нас бастует. Так это очень сложно. С точки зрения только организации. Но если вы один раз прошли эту дорогу, зачем вы прекращаете забастовку? Вы не прекращаете ее. Ну, если требования все удовлетворены, забастовка прекращается, правда? Как? Нелогично ее продолжать, если требования не удовлетворены, она может оставаться, так сказать, нависать. И пусть она висит. Вот если я вам должен, то как я не прихожу, я так уж не буду на вас нападать, потому что я вам должен же. А вы как-нибудь напомните и скажете, ну, хотя есть такие формы, как говорят, что вот вы там у меня уже 3-й стоите. Вот, в следующий раз, когда подходите, я говорю, вы же 2-я. Если еще раз подойдете, я вас вычеркну.
То есть тоже тут всякие бывают варианты. То есть возможно приостановление забастовки. В случае, если требования удовлетворены, прекращение забастовки. Ну вот прекратили забастовку, а как сделать так, чтобы люди приступили к работе? Они, возможно, где-то кто-то работает, кто-то уехал отдыхать. Вы понимаете, что не так просто, вот скажем, представьте себе, многотысячный коллектив, вы его, у вас забастком прямо всех контролирует и всех организовывает. Попробуйте, согласно закону, если принимается решение забастком, что надо прекратить забастовку, на следующий день он должен там выйти на работу. Или забастком заранее сообщает, что через 3 дня все выходим на работу. А если тот, кто не выходит, может быть уволен за прогул. Это опасная ситуация. Тем более работодатель злой, только что требования удовлетворил, а тут еще и на работу. Ах, вот я вот сидел и ждал, как, что вот вы не выйдете на работу. А, ну все, теперь-то, дорогой товарищ. Да. Вы пошли организовывать практику. Ну хорошо. Так. Но это требует, вот, то есть вообще забастовка требует дисциплины, самодисциплины, очень хорошей информированности, налаживания системы связи, вот той, которая необходима. Ну и человек, который, или коллектив, который прошел через забастовку, это другой коллектив. Это другой коллектив, во-первых, ему не надо будет часто бастовать. Ему достаточно будет выставить требования и... Скорее всего, они будут удовлетворены, потому что, как говорит исторический опыт, выигрывает представитель рабочего движения 2 способами. А. Забастовкой. И Б. Угрозой забастовки. Вот если начну вам чем-то угрожать, что я вас всех тут всем поставлю ни зачет и ни разу это не сделаю, вы никто бояться не будете. Чтобы сделать, чтобы вы боялись, надо 3 человекам поставить ни зачет. Тогда точно будут бояться. Ну, у нас вот с вами довольно небольшая группа. Когда мне приходилось принимать экзамен на матмехе, там, где было 200 человек, я обязательно проходил, находил 3 списывающих, ставил им 2, и у нас после этого все хорошо шло. А эти, конечно, приходили тоже раз вставать. А вам я просто так напоминаю, лучше учиться на чужих ошибках, а не на... своих. А зачем? Ну, это вообще трудно так заставить людей учиться на чужих ошибках. Они хотят вот сами пройти. Вот, так сказать, как-то вот хочется им вот эту глубину чувств как-то испытать обязательно. Трудно это объяснить, но... Даже история даже говорит, что история учит, что никто из истории не учится. То есть им вроде рассказали, так не надо делать. Ну, это опять делают. Но это другие люди. У нас люди здесь подготовлены. У нас вообще с вами особая группа. Мы с вами философию изучали, конфликтологию изучали. У нас уж очень старые, можно сказать, длительные старинные отношения. Вы просто не должны уже меня подвести. И себя, главное, не подвести, поскольку вы важнее в этом деле. Я думаю, не для меня еще будете сдавать зачет, а для себя. Вы сдавать будете или держать зачет? Держать. Ну, слава богу, а то, ну, вдруг будете сдавать. Я хотел поправиться, можно спросить. Так, понятно. То есть вот этот вопрос о прекращении. А может быть так, что, что противоречие частично разрешилось. Вот забастком должен решить, он решает, продолжать не продолжать забастовку. Он может и конференцию провести, собрать конференцию, все люди не на работе. Вот забастовка есть такое время, когда можно каждый день заниматься конфликтологией, значит, читать книги в рабочее время. И это хорошо. Бы делать. Почему? Потому что если вы уйдете из завода, туда приведут кого? Штрейкбрейкер. Штрейкбрейкер как переводится с немецкого? А? Штрейкбрейкер. Не переводите? А парикмахер как переводится? Парикмахер как с немецкого переводится? Были в парикмахерской? Был. Ну и что, не знаете, как переводится? А? Как? Волосы делать. Ну почему волосы-то? Парик это не... А вот парикмахер. Ну, волосоделатель, да, парикоделатель. Махер, шахер, махер, махер делать. А брехер – это тот, кто ломает. Что ломает? Страйк. Забастовку кто сломал. Если вы будете обрадовавшись, что вам не обязательно работать, уйдете в другие всякие места,
работодатель приведет туда других людей, они займут ваши рабочие места, вы после забастовки окажетесь не уволены, но в подвешенном состоянии. И постепенно, другими всякими средствами, вас оттуда потихонечку будут перемещать. Переводить, находить изменения условий труда, и вы не будете соглашаться с этим изменением условий труда и так далее. Поэтому рабочие места надо сохранять. Я присутствовал однажды на встрече, так сказать, на беседе непосредственно с бригадами председателя правкома первой селидорной компании Петрова Владимира Александровича. Он говорит, мы в Европах были на экскурсиях, мы видели, как они дерутся за свои рабочие места. Сейчас время зимнее, вот, у вас должны быть обязательно в шкафчиках ломы, ледорубы. Во всяком случае, мы свои рабочие места никому не отдадим. Ничего никому никак не призывал. Но информировал. Ну как ты его сдвинешь, когда он тут стоит, токер? Это раз. Второе, я уже вам говорил, что забастовку лучше делать не такую, что никто ничего не делает, а такую, когда какое-то время, то есть частичное прекращение работы, тогда никто ваше место никак не отнимет. Как его отнимешь, когда один час вас нет всего? То есть как нет? И вы в это время сидите и читаете Карл Маркс «Капитал». Вот здесь прямо сидите, не сходя с рабочего места. Куда вас денешь? Никак. Не хотите «Капитал» – читайте «Война и мир» да, Толстого. Ну и еще что-нибудь читайте. «Науку логики Гегеля», если длительная забастовка, то нужно такое произведение, которое надолго хватит. Это вам точно хватит лет на 20-30. Вот над какими проблемами приходится думать при решении вопроса о завершении забастовки. Теперь некоторые товарищи, продвинутые забастовщики, договариваются, выставляют такие требования с самого начала забастовки, что значит, выполнить это, и сформировать забастовочный фонд, чтобы работодатель внес деньги в забастовочный фонд. И еще, чтобы он оплатил теперь время этой забастовки. И такие случаи есть в мировой практике. То есть, если, так сказать, дружно проводят забастовку, мы из-за кого бастовали? Вот если вы олигархиня, то из-за вас же мы бастовали, но вы оплачиваете. Мы не отказывались работать, мы вот болтали без работы, мучились целый месяц. Это все из-за вас. Платите как за вынужденный прогул. За вынужденный прогул 2/3 тарифа. Или по среднему. Это как какие требования выставят. Какая сложится ситуация. Ну и забастовочный фонд надо сложить, чтобы у вас не было желания в следующий раз вот эту вот суматоху эту не заводить, чтобы никого это не вовлекать, ни вас, ни нас в эти забастовки. Вы будете знать, что у нас есть забастовочный фонд большой, куда вы внесли значительную сумму в соответствии с нашими требованиями. И зачем тогда мы будем бастовать? Мы просто вам скажем, что мы намерены бастовать за эти требования. Вы скажете, ну что тут, что нам бастовать? Ну давайте сделаем это, подумаешь, какое дело. Никто ведь никогда еще не разорился от забастовки. Знаете такие случаи исторические? Столько шума всегда по поводу, о, забастовка, нанесла ущерб. Ну кто-нибудь когда-нибудь от какой-нибудь забастовки разорился? Я таких случаев не знаю. А? Во время Великой депрессии от забастовок и все, что происходило, довольно много ожогов на Америке. В Америке много разорилось от кризиса 29-30 года. От того, что цены устанавливали большие, поэтому никто не брал эту продукцию. С ума сошли от жадности. От этого это что такое? Несоответствие между спросом и предложением. Предложение большое, а спрос, а зарплата маленькая. Ну так вы хотите, чтобы люди не могли, не на что было им купить, а в то же время предметов разведено, дорогих товаров очень много. Несоответствие, противоречие между спросом и предложением настолько обостряется, что разразился он в 29-30 году мировой кризис. Так, вот то есть, из-за чего он был. Из-за погони только за одним, за погоней, во что бы то ни стало повышать цены и не повышать зарплату. И наоборот, кто хотел выйти из кризиса, например, тоже Рузвельт хотел, так сказать, решить проблемы экономические, или Эберт в Германии. Они что делали? Они увеличивали зарплату. Как только зарплата всем
Вот такую задачу ставили государственное увеличение зарплаты. Нагибали, так сказать, капиталистов. После роста, повышения зарплаты, что происходит? Сразу увеличивается спрос. На что? На все. На все. И раз увеличивается спрос на все, то сразу мощный толчок для экономики. Экономика начинает развиваться. Когда начинает развиваться, повышается производительность труда, и тогда уже появляются условия для того, чтобы при меньшей цене получать большую прибыль. Потому что прибыль надо получить не так, чтобы вздуть цену, а увеличить объем производства, при том, что цена вот не сильно возросла или даже упала. Как, скажем, вы знаете, что в производстве вычислительной техники сейчас, вы видите, есть по целому ряду компонентов понижения цены, а повышение прибыли там сумасшедшее. Сумасшедшее, потому что, так сказать, норма прибыли очень маленькая. То же самое и автомобили. Вот, говорят, а, вот, мам, тяжело, у нас трудности с отбытом. Ну, потому что себестоимость этого автомобиля, так сказать, издержки производства, ну, где-то 17% от цены. 17%. Потому что загнали эту цену так высоко, что совершенно понятно. Да, вопрос. Вызвано было обострением противоречия между спросом и предложением, да, несоответствие, да. То, во-первых, почему на такой обширной территории и сразу, вот такой вот. Ну, тот, кто читал «Капитал», тот знает, что кризисы для капиталистической экономики столь же естественны, как вот то естественно, что вот вы сейчас вдохнули, попробуйте не выдыхать. Попробуйте не выдохнуть. Не пробовали, нет? Попробуйте не дышать. То есть в основе этих кризисов лежит смена основного капитала. Вот после этих кризисов быстро внедряются новые научно-технические достижения, заменяется техника, и начинается экономический подъем. Потом этот подъем нарастает, потом этот подъем достигает пика, потом этот начинается медленное снижение, потом кризис. То есть глубина кризисов разная. А кризисы, когда говорят, вот появился кризис. Ну, он уже сколько, только разве был когда-нибудь, чтобы не было кризисов? Не бывает бескризисной капиталистической экономики. Долгое время идеологи буржуазии доказывали, что вообще-то это не характерно для экономики капитализма. Тут Маркс доказывал, что характерно, а они говорили, что не характерно. И, наконец, когда вот после этого кризиса 29-30 года выступил Джон Мейнард Кейнс со своей теорией, которая называется теорией кейнсианства, который первое, что сказал, что да, если не будет государственного регулирования, кризисы неизбежны, поэтому надо переходить к государственному регулированию. Поэтому в других странах перешли к государственному регулированию, а в современной России до сих пор не перешли. До сих пор все мечтают, как бы еще чего-нибудь распродать, как бы на мелкий бизнес опереться, как бы научно-технический прогресс развернуть в каком-нибудь ларьке. А в ларьке даже туалета нет, там ведро. И поэтому ничего не получается. Уже сколько денег брошено государственных на эту самую, на этот мелкий бизнес, очередной, сейчас вот на очередной круг мы выходим. Хотя, вопреки вот этой, так сказать, объявляемой концепции либеральной, на практике там тот же Путин, Медведев создают крупнейшие предприятия. Ну, Роснефть – это гигантская монополия. Скажем, «Газпром» – гигантская монополия. Есть кораблестроительная корпорация, и все суда военно-морские строятся этой кораблестроительной корпорацией. Никто не в состоянии сделать современный корабль, если он будет его делать в ларьке. Или, скажем, вместо адмиралтейских верфей, которые являются крупнейшим заводом, как у нас делают подводные лодки дизельные сейчас, или «Звездочка» в Северодвинске, которая делает атомные, вдруг кто-то там где-то сгоношил в гараже подводную лодку, вынес к метро, в газетку завернул, вынес, говорит, купите, пожалуйста, очень безопасно будет доехать до Гавайских островов, поедете к Испании, к берегам, никто вас, никакие пираты вам не страшны. 10 ракет с ядерными боеголовками. Делается 10 лет. 10 лет делается подводная лодка. У меня были слушатели из КБ «Малахит» в Академии гуманитарного образования. 10 лет. Поэтому о чем разговор? Это должны быть колоссальные средства и работа на заказ. А не на то, что я вышел, купите вот это вот.
Никто же так не будет у вас покупать. Поэтому Соединенные Штаты перешли к государственному регулированию экономики. Южная Корея сделала 6 пятилетних планов. В Германии государственное регулирование экономики. У нас продолжают рассуждать, что мы вот сейчас приватизируете опять. Чего приватизируете? Ну вот, скажем, Сбербанк. Часть акций Сбербанка приватизировали. В чем смысл этой операции? Значит, 100% акций Сбербанка были у государства. Теперь 7,62 приватизировано. То есть были у государства были акции, на эти акции все время шли деньги. Акции – это что такое? Дивиденды на акции – это постоянный доход. Теперь вместо этих самых постоянного дохода появились бумажки, рубли. И чего с этими рублями? Их надо куда-то инвестировать. Так они у вас были же в Сбербанке. Куда вы теперь будете инвестировать? В менее выгодное какое-то вложение? Или вы отправите их в Соединенные Штаты Америки под 2%, как мой дипломник отправил товарищ Кудрин? Под 2%. 2% дохода – это круто. А там получают, там, скажем, 15-20 американские фирмы, и нам уплачивают 2%, а остальное – бесплатный кредит. Красота. Красота. Неплохо, я бы с удовольствием получил такое. Вы диплом подписали. А? Вы диплом подписывали. Зачем? Я не подписываю. Он, его не подписывают диплом. Диплом подписывает тот, кто его пишет. Кудрин. Я научный руководитель был. А, научный? Да. Вы научились? А? Вы научились? Ну, почему он способный был, я и вас к самостоятельности приучаю. Зачем я его должен учить? Ну, написал хороший диплом, поставил ему отлично. Ну, а это комиссия же ставит, так сказать. Это я высказал свое мнение, а дальше комиссия это делает. Короче говоря, это вот вопрос очень большой. Поэтому эти самые, и возвращаясь, все-таки мы обсуждаем не общий экономический вопрос, а вопрос о забастовках. Никогда еще, нигде еще забастовки не привели к падению производства. Например, забастовки привели к сокращению рабочего дня в Европе с 11 до 8 часов. Вот у нас в царской России было 11,5 часов рабочий день. И стал 8. Ну что? Рухнула российская экономика? Не рухнула. Колоссальный был подъем. В Европе сейчас к какому рабочему дню переходит? Так это вообще не работает, кажется. Да ладно. Не надо по себе судить о других. Лихо вы так. Вообще не работаешь. Как вот так можно сказать? Вот. Посмотрите, хоть у нас на транспорт ходит, гардеробщицы стоят. Так? Вот здесь, между прочим, вы не видели, вот уборщицы убирают, причем. А вот потом выходит студент и говорит, никто ничего не делает. Но он судит по себе скромно. У меня был один тоже клиент. Выступал в Доме политпросвещения. Я там лекцию читал, вдруг потом сверхотур один говорит, у нас все воруют. Я говорю, проводим следующую логическую операцию. Значит, вы воруете. Ну, раз все, значит, и вы. Ну, так вы о себе и говорите. Так вы скажете, я ворую. Чего вы за всех? Он как-то стушевался и ушел. Хотя я его не выгонял. Сейчас в Европе, в той же Франции и в той же Германии фактически 35-часовая рабочая неделя. То есть, если, допустим, не хватает работы, не хватает, значит, что можно сделать? Можно взять кого-то поугонять, и тогда будет сбой, потому что вы уволили там тех людей, которые заготовку делают определенную, а теперь нет этого звена в системе разделения труда. А если вы просто сократили рабочий день, у вас все остаются на местах, но они энергичнее работают за меньшее время, и все. А производительность труда зависит от чего? От того, как вы там руками двигаете, или от состояния техники. Ну, вы технику новую привезите, которая будет быстро работать, а вы будете аккуратно этой техникой пользоваться. Вот все, что требуется. Николай Васильевич, по зарплату мы тоже понижаем количество рабочих часов? Нет. Ну, как это? А зачем тогда нам понижать количество рабочих часов? А? Зачем тогда понижать нам количество рабочих часов? Ну, если безработица. Безработица очень большая. Значит, можно уйти от безработицы большой. Что такое безработный? Безработные – это люди, которые сидят на шее у работающих. Надо же их кормить, правильно? То есть надо им пособие или так, или сяк.
То есть, если большая безработица, значит, люди сидят на шее. Если взять и сократить рабочее время, значит, меньше будет безработных, меньше людей, которые сидят на шее. А число работающих не сократится. Число работающих остается прежним, а висящих на шее меньше. Почему меньше безработных? Ну как почему? Меньше, чем если бы вы не сократили. У вас сейчас нет работы, у вас сейчас, предложение сокращается. Значит, у вас будет безработные дополнительные. Вместо этого вы просто сократили время рабочее, и все. Ну, мы сократили просто... Ну, вот представьте, вот сидят здесь рабочие, вот сидят рабочие здесь. Вот. Вот сидят рабочие, ничего не другое. Вот сидят рабочие. Я вам объявляю, что работы стало меньше. Два варианта. Раз, два, три. Особенно вот этим много разговаривают. Все, безработные. Остальные продолжают работать. Или другой вариант. На 15 минут сокращаем время работы. Всем. Вот и все. Понятно? Вот надо это видеть. То есть, если сокращаются объемы работы по причинам, которые мы сейчас не обсуждаем, то можно идти двумя принципиально разными дорогами. Или сокращать рабочее время, или... Так вот... Зарплату остается. Зарплату зачем сокращать? Ну, видите, получается, они... просто разница в том, что они сидят либо на работе, либо сидят дома. Всякое сокращение рабочего времени, которое было, вот я когда говорю от, там, с 13-го года и до, там, до 20-х, 30-х годов, связано было, конечно, не с сокращением зарплаты, а с ее ростом, безусловно. Производительность труда растет. Раз производительность труда растет, значит, все меньшее количество людей. И за меньшее время могут производить больше продукции. Значит, при росте производительности труда всегда можно решить сразу задачу. Рабочее время сократить. Ну как? Ну, используем. Почему уменьшается количество людей? Да, слава богу, мы не увольняем с вами. Если людей остается, уменьшается. Еще раз. Мы увольняем не по-глупому, а увольняем в пределах тех возможностей, которые дает рост производительности труда. Вот рост производительности труда представляет собой такую экономию времени. Эту экономию времени мы так используем. Вот эту часть. На увеличение количества продуктов используем. То есть не сокращаем рабочее время, а наращиваем производство. Вот эту часть на то, чтобы сократить рабочее время. И еще у нас есть часть, там на налоги или что-нибудь еще. То есть просто каждый раз, вот государственное регулирование в том и состоит, как так сделать, чтобы в итоге получился и рост зарплаты, и сокращение рабочего времени, и уменьшение социальной напряженности. Все это возможно. Или это, если вы не сделаете это с помощью государственного регулирования, это будет сделано с помощью кризиса. Вас тряхнет, вы будете выливать все молоко, сжигать зерно. Вот вы видите, сейчас он выливает молоко, показывает по телевизору. В Европе сейчас. Яблоки будут дарить все, в Польше все дарят яблоки. Вам не надо яблок польских? Бесплатно. Там коммунизм по яблокам. Вот это надо иметь в виду. Поэтому вот мы сейчас говорим о том, а как относиться работодателям к этой забастовке. Вот так надо относиться работодателям, что надо извлекать из этого уроки. То есть что требуется работодателю? Идти по той дороге, к которой шел Форд. Что он делал? Повышал производительность труда. Ну как повышал? Он же не может ее повысить, не он же работает. Он обеспечивал приобретение более передовой техники и лучшей организации производства. Красил все стенки, грязь все убирал на заводах и красил все в светлые тона, чтобы люди пришли и чувствовали, работали там как люди, а не так. Вот вы приходите в какую-нибудь стройку, все чумазые, грязные, все сыпется, стекла разбитые, эти, значит, едут машины, все в грязи, оттуда там дорога такая тоже грязная. Ну, по-разному можно. Можно вывалить кирпичи, можно их на поддонах привезти, их так, их взять, их прямо наверх и поднять с помощью крана. А можно поставить вас, чтобы вы кидали ей, она ему. И так наверх их перекидывать. Надо много людей будет. Ну, можно и до 16 этажа и перекинуть, ничего страшного. Я был командиром отряда в Казахстане, нашего университетского, факультетского, матмеха. Он приехал, привез кирпичи с дырками, знаете, такие есть. Раз, и я не успел оглянуться, его тормознуть водитель. Раз, он... сбросил самосвал, все кирпичи все побил. Второй аглоед, значит, привез. Нам нужно было второй этаж школы делали, нужно накрыть школу соответствующими плитами. Под плиту, чтобы она не сломалась на машину, но накласть на колеса, на отдельную тележку. Ну, скажем, резину или просто колесо туда, шину. Поставил на железо.
Приехал, у него вот такое привез. И нам пришлось опалубку делать, бетонировать все это, когда можно было плиту положить и так далее. В производстве прежде всего все зависит от того, как организован труд и какие средства производства. От людей, люди были и в первобытном общинном строе, и при феодализме, и при рабовладении. От людей в меньшей мере зависит. Люди все приводят в движение. Но уровень производительности труда зависит от средств производства, от орудий. Вот неолитическая эра 10 тысяч лет тому назад началась благодаря тому, что появился каменный топор. Вот с этого началось. И началось тогда земледелие. А до этого все ловили там диких зверей и собирали орехи. А женщины сидели и распределяли, чтобы эти мужики все не съели, оставили детям. Был матриархат. А сейчас патриархат. Быстро бы пьянство прекратили тут, если был матриархат. Правильно? Так. Ну вот, к каким мы выводам приходим. И завершение забастовки должно быть средством, как говорится, меньше бастовать. Я об этом уже говорил. Поэтому требования должны быть такие, вроде коллективного договора, чтобы настолько это все прописано, что ну, чтобы потом-то не вступать в конфликт по каждому поводу. Правильно? Тем более был такой большой конфликт. Это раз. Второе. Вот есть забастовочный фонд. Оплатили время забастовки. Работодатель понимает, что просто так никто бастовать не будет. Вот, скажем, мое общение с забастовщиками показывает, никто не хочет бастовать. Никакого желания у людей бастовать нет. Я был в Эстонии вот, в 90-х годах на крупнейших заводах, где были забастовки русскоязычного населения. Они бастовали в связи с тем, что права русскоязычного населения нарушать. Ну и они при этом пытались сохранить производство, хотя уже производством не занимались новые власти. Что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге, что всякая промышленность в Эстонии по существу крупная, разрушена. В Латвии, которая выпускала электрички для всего Советского Союза, ВЭФ-завод, радиоприемники, микроавтобусы и целый ряд других продуктов. Все, промышленности нет, Латвия превратилась в аграрную страну. Она как бы примеры предупреждения для той же Украины. Ну, кто там? Ну, помогает там с угольком-то и с нефтью Украине сейчас, ее друзья из Европы. Никто же не помогает. Вот, дескать, покупайте в Южноафриканской республике, привезли оттуда барахло, и оно не годится для того, чтобы электроэнергию вырабатывать. Тот уголь, который оттуда привезли. А рядом прекрасный, так сказать, антрацит в России, в Ростовской области, и в Луганске, и в Донецке, на своей же территории. Поэтому никто там не ждет. Не ждет никто там нам, никто, как нам думали, за граница нам поможет. Поможет расстаться с нашими природными богатствами. Поэтому не надо быть наивными людьми, если это люди. Причем я думаю, что не надо никого и обвинять особенно. Как вот вы считаете, если сейчас империализм – это монополистический капитализм? Монополистический капитализм – это борьба за рынки сбыта и источники сырья. Правильно? Ну так если вы не будете свои рынки сбыта и источники сырья охранять, ну я их и заберу. А как может быть еще? А вы что ожидали? Что у вас волк будет капусту есть? Нет, он зайца будет есть. Капусту есть он не будет. Представляете, волчица какая проблема? Надо мясо же найти, потому что если она морковку принесет волчатам, они же помрут. И вы будете обвинять ее в том, что она хищник. Не надо обвинять, ну если так устроено производство. Поэтому шаг вперед от государственного монополистического капитализма, это государственного монополистического капитализма, это тоже монополистический капитализм, но в котором имеется государственный регулятор, мощный государственный сектор, имеется планирование этого государственного сектора, потому что внутри каждой монополии можно все планировать, нет проблем. А что касается, так сказать, всей остальной части экономики, это та часть, на которую можно давать заказы. И эти заказы даются, и благодаря этому, так сказать, все направляется, вся экономика. Отсюда и такие способы регулирования, как установление нормы процента. Вот
скажем, в Соединенных Штатах Америки, на которую я призываю равняться там, где хорошо, в Соединенных Штатах Америки можно получить кредит, было и нам, нашим тоже компаниям, под 1.5-2%. В Западной Европе под 2.5-3%. Наши дорогие набиульщики, значит, так в прошлый кризис было 13%. Это ставка и финансирование, по которой нельзя получить кредит, это по ней получают коммерческие банки, а потом вы пойдете к этим коммерческим банкам, они накинут свои 8, и под 21 будете получать. Так вот, у нас еще год, еще полгода, год назад было 8.5, потом недавно, вот для того, чтобы приблизить кризис, сделали 9.5, а вот недавно собрался совет Центробанка во главе с мадам Набиуллиной, и 10.5. Что такое 10.5? Значит, 10.5 плюс коммерческий банк накинет свои 8, меньше, чем по 18.5. Или вы не получите. А сколько нормальной нормы прибыли у производства? 10-15. Ну и все. То есть, и в плюс, и в Америку сейчас не пойдешь, потому что там санкции. И в Европу не пойдешь за деньгами. И что? А мы, говорит, это делаем, чтобы инфляция у нас была меньше. А что надо делать, чтобы была меньше инфляции? Скажите, пожалуйста, одно слово. Нет, два слова. Ну, три слова. А? Вот. Ну что вы говорите? Все вот это называется товарный фетишизм. Бумаги, количество денег. Количество денег, вот есть формула у Маркса в «Капитале». Количество денег – это вот вы должны взять сумму цен товаров, разделить на скорость оборота, и получите количество денег, которое вам нужно для обращения. И столько и выпустить. Чего, нечего там считать. Они никакой роли в этом смысле не играют. Ну, конечно, если вы просто напечатаете больше денег, ну, можно это иногда это необходимо делать. Например, мы хотим помочь Крыму, мы хотим помочь тому, а в производстве у нас сейчас роста нет. Ну, значит, мы напечатаем и со всех взяли взнос. Вот и все, и с вас взяли, и с меня взяли, естественно. Значит, производительность труда, если повышается, если производительность труда повышается, понижается затрат. Если понижаются затраты, можно понижать цен. Вот и все. Почему понижать затраты при росте производительности труда? Если мы сокращаем рабочий день, у нас повышается производительность труда. Вот таким образом. Вы что такое производительность труда, знаете? Причем тут рабочий день? Рабочий день к этому имеет никакого отношения. Производительность труда – это что? Количество товаров, произведенных за одну единицу времени. Ну, единицу вы любую возьмите за час. Ну и что? Вот за час? Причем тут рабочий день, если я за час стал делать 10 раз больше, чем раньше? Причем тут рабочий день? Ну, вы же сами говорили, что мы сокращаем рабочий день. Это я о другом говорил. Сейчас мы говорим, а что такое производительность труда? Производительность труда – это величина обратной трудоемкости. Вот в этом продукте теперь заключено труда меньше с ростом производительности труда. Если меньше, значит, общественно необходимые затраты труда на этот продукт сокращаются, значит, цены могут быть сокращены. Вот и все. Если мы хотим сокращать цены, нужно повышать. Вот почему этих шлепают, этих самых телефонов много, они дешевеют. Ну, тогда их начинают раскручивать, накручивать, чтобы, так сказать, они, цены были. А вообще сейчас можно пойти в МТС и купить телефон за 600 рублей. В котором все функции, которые нужны, чтобы связываться с кем угодно. Но если ты хочешь, так сказать, то тогда, пожалуйста, хоть 30. Да. Вот если мы там за один рабочий день, за 10 часов, например, да, делаю 10 пончиков. Да, а теперь мы 10 пончиков делаем за 1 час. Потому что мы сделали автоматы и шлепаем этих пончиков, они вот так выстреливаются. Нам говорят, что нам теперь не нужно 10 пончиков, нужно делать 8 пончиков. Да не в этом, это насчет нужен, не нужен, это глупости. Мы говорим не о потребностях, а о спросе. У вас почему нет спроса на квартиры? Потому что денег у вас нет, а не потому, что у вас отлично все с жильем. Почему, говорят, цены доступны? Потому что вы можете подойти к любой цене, на нее посмотреть. А товары по этим ценам недоступные. В этом разница. Поэтому не забывайте, что не о потребностях речь идет. Поэтому будет ниже, выше производительность труда, ниже трудоемкость, ниже ценность, спрос увеличится и все заберут. Не волнуйтесь. Колбаса будет там не 25 рублей стоит, а 12. Можно все-таки закончить? Вы посмотрите, сколько эти стоили книжки. Там рубль 50 такая книжка стоила в советское время.
а не столько-то тысяч. Да. Если мы делаем 10 тонн за день, нам сокращают количество на 2 часа, допустим, за 8 часов. Да не количество, я говорю, мы этот вопрос с вами уже не обсуждаем, у нас другая уже тема. Производительность труда в чем состоит? В том, что теперь делаете за 10 часов свои, за целый день, у вас сколько рабочий день? 8? Вот вы, если раньше 10 пончиков делаете, теперь 200 делаете пончиков. Видите разницу? А почему 200? Потому что раньше вы их лепили, вот, эти пончики. А теперь вы, так сказать, поставили автомат, они тум-тум-тум-тум. Здесь получается новые технологии нужно внедрять. А как вы думали? А как вы думали? А вы говорили, что можно повысить производительность труда за счет снижения рабочего дня. Жена экономика возрастает. В том числе. В том числе. То есть, если я буду снижать рабочий день, я смогу работать достойно на высокопроизводительной технике. Если я устал и не соображаю ничего, то мне эту высокопроизводительную технику давать нельзя. Гастарбайтерам ничего не дают. Вот здесь, когда они убирают вручную. Почему? Потому что сломают. А почему сломают? Потому что они работают по 12 часов. И да, их надо, чтобы они работали там, 6 часов и 2 часа, что их учили на технике работать. И дать им технику, они будут убирать. Техника – это вложение средств. Техника – это главное средство повышения производительности труда. Это не вложение. Это средство производства. Вы должны, вы забудьте из всей политэкономии, вам запомнить нужно одно, что есть главная производительная сила работник, и второе, есть средство производства. И производительность труда зависит, а, от средства производства, и, б, от умелости работника. Все. В рабочий день это все вторично, все проще. Все вторично, да. Инфляция называется, строго говоря, инфляция называется снижение покупательной способности рубля. Если я на этот рубль теперь не могу купить столько, сколько раньше, покупаю меньше, это значит снижение. Поэтому есть такое повышение цен, которое вас не затрагивает, потому что если цены повышаются на острова, на эти замки, которые на этих островах, инфляция, конечно, идет, но вас она не затрагивает. А может быть наоборот. На замке и острова снижается, можно сказать, у нас уже отлично, у нас инфляции нет, но на сметану, хлеб, масло и колбасу выросло все. Поэтому можно посчитать инфляцию по какому-то выбранному кругу продуктов, типичному для данной категории лиц, что бы надо было и делать, в том числе во время коллективного трудового спора. Вы нам не рассказываете про все, мы это читали в сообщении к ССУ. А давайте мы сами проведем некоторый анализ того, а как изменилась покупательная способность. Строго говоря, вот есть потребительская корзина работников определенной профессии. Как? А если она, если я раньше мог на такую-то, вот на эту корзину затратить вот столько рублей, если я теперь затратить должен больше, значит инфляция идет. А если меньше, значит дефляция. Где это назад? Вот и все. Значит, ну мы долго с вами так обсуждали. Я думаю, теперь мы это запомним, что ни одна забастовка по существу, никогда не приводило к падению производства. Более того, разозленный работодатель, чтобы меньше зависеть от этих злодеев, которые тут сидят и задают всякие вопросы, он ставит автоматы. Вот тут бы сидел автомат, он бы вопросов не задавал. И не надо было бы отвечать. Поэтому он так наслушавшись, наотвечавшись, ставит сюда автомат, остальные еще пока живое говорят, а здесь уже тр-тр-тр-тр-тр, вот только выполняет, ничего не спрашивает. Понятно? То есть, что делается после всякой забастовки? Начинается скачок в оснащении производства, чтобы можно было этих работников заменить. Но поскольку у него новая техника, он начинает увеличивать объемы, так сказать, ему, у него желание есть получить большую прибыль, он еще и привлекает. Вот на этом самом ЗАО ПКТ, который, коллективный договор которого вы изучали, там постоянно увеличивается при постоянном росте производительности труда количество работников. Почему? Потому что капиталист заинтересован в увеличении массы прибыли. То есть он из каждого теперь, так сказать, контейнера перегруженного имеет большую прибыль. Из массы имеет большую прибыль. Поэтому не так, что вот как в этом ларьке стоит с одной бутылкой, кто-нибудь придет ночью и за 500 рублей купит. И вот он сидит до посинения там и все ждет, когда придет этот человек и сделает. Потому что вот такие безграмотные деятели не понимают, что если вы понижаете цену, то вы захватываете рынок. Вот что сегодня происходит сейчас. Сегодня все товары российские автоматически в связи с изменением
покупательная способность рубля понизились в цене на Западе. Поэтому экспансия началась наших товаров на западноевропейский рынок в итоге. Это раз. Второе. Поскольку мы это уже проходили один раз при Гайдаре и так далее, что происходит внутри? Внутри, скажем, те товары, которые продавались за доллары, поскольку они становятся поднебесными, они не покупаются. Туда становится вход, идут товары отечественные. Поэтому вот тут тот самый случай, когда мы должны не смотреть, как вот я смотрю сейчас, что пишут по поводу этих событий люди безграмотные в экономике. Они обсуждают количество денег, там как они... И только что делает банк, это все десятое дело. Что происходит в производстве? А в производстве сейчас, вот вчера показывали, Россельмаш производит комбайны. За 8 часов делает комбайн современный, который идет на экспорт в Соединенные Штаты Америки, и который идет на экспорт в Германию и во Францию, и который у нас с удовольствием покупает, и работают у нас эти комбайны великолепно. Россельмаш. Его директор говорит, я, говорит, вообще-то сторонник, чтобы у нас были комбайны. Но я-то, говорит, если у нас тут все лопнет, я буду, конечно, в Канаде продавать, там у меня тоже производство есть, в Америке, во Франции, если вы здесь не будете брать. Потому что такая была картина. А сейчас картина случилась хорошая. Оттуда никто ничего не дает. Пошли в ход эти самые ростовские комбайны. Тем более, что качество их великолепно. А сырье для этих комбайнов российское? А? Сырье для этих комбайнов российское? Да, конечно. Сейчас... В Ростове все. Россельмаш. Ростовское. Сельскохозяйственное машиностроение, да. Ну, а вы не знаете трактор Беларуси? Он всегда экспортировался в Соединенные Штаты Америки. Просто у нас много производства сейчас завязано на импортном. Много потому завязаны. Думаете, завязаны по необходимости, потому что людям удобно поехать в командировку, заключать там договор, прокатиться в Италию на берег Средиземного моря. Вот и все. Никакой там глубины нет. Но если тарелки закупал, французские тарелки для моряков, наш министр обороны, и мебель французскую. Ну что, тарелки не можете сделать в России уже? Дошли. А? Дешевле, да. Что? Дешевле, возможно. Может, их мне есть, что-то платить. Чем дороже, тем больше будет откат. Вы неправильно рассуждаете. Из вас откатчик не получится. Не получится из вас откатчик хороший. Все вам дешевле. Дороже надо делать. Вот ларьки можно было поставить здесь в городе Волжске, сделанные у нас в Ленинграде. И уже было подготовлено все. А можно было купить французский, который... Эти были 9 евро, 9 тысяч евро, а эти были 40 тысяч евро, которые французские. Какие, вы думаете, взяли? Французские, потому что с них, если там взять 20%, это будет гораздо больше, чем с этих. Вот и все. Ну, мы должны реально смотреть на экономику. Но если мы будем смотреть на вот эти все недостатки, минусы, там, коррупцию... Это все нужно и полезно, но главное, это надо не забывать, что все определяется уровнем производительности труда. А на эту тему, ну вот Владимир Владимирович выступил. Он даже сказал, что надо повышать производительность труда. Сказал. На 5% в год. Ну а завод хоть будет один построен? Не сказал. Или какие будут заводы переоснащены? Ну ничего не знаю. То есть у нас никакой программы переоснащения нет. И кому мы будем помогать в переоснащении? Никак. А вот есть у нас министр, там, Денис Мантуров, который добился, что будет сейчас вот фонд, в который будет под 5% хоть давать кредиты нашим промышленным предприятиям. Они тогда могут вздохнуть. Но это не банки, потому что банки наши – это ростовщические конторы, которые функцию банка, которая состоит в том, чтобы накапливать те средства, которые временно свободны являются в хозяйственном обороте, и перемещать туда, где они временно, где их временный недостаток, они эти функции не выполняют. Это, так сказать, паразиты, которые сейчас у нас существуют. Отдельные функции они выполняют, отдельные. То есть, ну, тот человек, скажем, какой-нибудь человек отрицательный, который никогда делает что-нибудь хорошее, от этого не перестает быть подлецом. Также и вот эти ростовщические конторы, которые себя назвали банками, они не становятся банками от того, что иногда они какие-то вот такие операции выполняют. А в целом они, конечно, банковских функций не выполняют. Василий, а у нас есть станки для переоснащения производства российского? А? У нас для переоснащения российского производства у нас нет. Есть станки? Нет. У нас уничтожили станкостроение почти полностью. Нужно закупать с границы. Так потом мы уничтожили, потому что думали, что мы будем сидеть на трубе, по трубе будет необработанная нефть,
прибыль будет, мы гнать все будем туда. Вы же понимаете, что если мы не произвели бензин из нее, а отправили туда сырую нефть, потом нам дают бензинчик, в котором что? Мы заплатим и обеспечим прибыль тем, кто нам прислал бензин. Поэтому это не... Ну, сколько на эту тему идет разговор, что сколько можно. Спасибо дорогим американцам, что они сделали санкции, и тогда те людям, которым вот я им 100 раз объяснял, им 101 раз объяснили из Соединенных Штатов Америки. Мы вам просто не будем давать станки. И тогда они подсуетились, купили в Таиланде, купили в Белоруссии и поставили станки. Сейчас так и делают. Не беспокойтесь, у нас сейчас в современном мире есть где купить. И сегодня в российской газете на 11-й странице печальная статья о том, что надо воссоздавать свое станкостроение. Надо же до такого додуматься. Вот вы сразу сказали производительность труда. Ну какое производительность труда, если у вас нет станков? Ничего, мы будем быстрее работать. Ивановский завод обрабатывающих центров где? Тю-тю. Обрабатывающих центров. Это станки, которые делают все. И сверлят, и фрезеруют, все, что надо делать. Есть программа, НВМ, закладывают, все, выходит готовый продукт. Нету этого Ивановского завода. Спасибо. На Свердловской набережной завод имени Свердлова у нас был. На экспорт станки отправлял. Где завод Свердлова? Тю-тю. Нету завода Свердлова. Так, а где? Ну, потому что станки надо, чтобы государство заказывало. Или так или иначе инициировало, чтобы заказывали предприятия. Потому что станок дорогая штучка, он миллионы стоит. Хороший станок стоит миллионы. А вот эти, ну, если мелкий бизнес, ларьки не закажут станки. Ларько-бизнес не будет заказывать станки. Так что надо тут выбирать. Либо станки современные, или будем в ларьках. Поэтому как поедут за границу, так сразу заключают крупные договоры. Вот на 10 миллиардов заключили договор с Индией. В Индии сколько человек живет? 1 200 000 А? 1 200 000 000 Вот, 1 200 000 000 Вот туда поехали, заключили с ним, будем новый самолет разрабатывать, истребитель 5-го поколения совместно с индейцами и так далее. Ну, это же серьезные вещи. Там. А тут, знаешь, рассуждаем, давайте мелкий бизнес будем помогать. Мелкий бизнес... Хорошая. На втором месте находится Америка, 29% всего оборота в оружии. В России 27%. Официально. Они официально больше. Они официально гораздо больше. Да. Поэтому те, кто неофициально, они ловят и сажают в тюрьму, как товарища Бута. Да. Так, ну мы с вами отвлеклись. Значит, какие есть ко мне вопросы, в том числе по содержанию, перед зачетом? Есть такие вопросы? Я готов ответить на любой ваш вопрос. Да. Михаил Васильевич, где вопросы на зачет выйти? Значит, рассказываю. Я, как дисциплинированный преподаватель, на первое же занятие принес диски, эти диски раздал и просил трудящихся переслать своим коллегам. На этих дисках есть. Поинтересуйтесь у своих коллег, они наверняка... Если они будут от вас скрывать все. Есть тут еще люди, у которых еще есть, только у кого нет этих вопросов. Дайте Маше, пожалуйста, перешлите ей по электронной почте. Есть у вас электронная почта? Ну, я к ней почти не имею доступа. Мне завтра Саша обещал, да, я не учусь. Ну, и все тогда. Хорошо. Понятно, да? Еще какие вопросы? Ни вопросы, ни секретные. Больше нет. По производительству труда. По производительству труда, давайте. Смотрите, вы говорили о том, что западные страны, да, что вот про Францию и Германию говорили, что маленькие рабочие деньги, естественно, высокая производительность труда. Ну не по этой причине. Высокая производительность труда во Франции и в Германии, потому что у них более совершенная техника, средства производства. Хорошо. И при этой более совершенной технике можно работать меньше, а продукцию производить больше за то же время. Хорошо, а про кризис вы говорили? То есть наши, например, заводы не могут производить такое же количество продукции за большее время, не произведут столько, сколько за меньшее время в Германии и во Франции. Почему? Потому что у нас ниже производительность труда. И производительность труда у нас в Советском Союзе была на 3-м месте после США и Франции. Сейчас потом была на 5-м, потом я уже потерял. Я не знаю, может, мы где-нибудь в Бразилии там рядом стоим. Хорошо. А вы про кризис говорили, то, что
снижается спрос, то идет увольнение. Когда в кризис не идет обычно увольнение. В кризис обычно идет уничтожение товаров, массы товаров. И увольнение рабочих. Ну, бывает и увольнение. Массовое. Бывает. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно массовое. Не обязательно. Потому что даже если бы вы, вот у вас был бы кризис, то вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы выйти из него, если вы потеряете коллектив производственный, который вам обеспечивает прибыль, то вы все потеряете, то есть вы безграмотный тогда предприниматель, капиталист. А надо быть грамотным капиталистом. В капиталистической стране нужны грамотные капиталисты. АвтоВАЗ сократил всех и не потерял. А? АвтоВАЗ всех сократил бы и не потерял свои мощности. АвтоВАЗ уже не наше предприятие, все. Все у вас волнует. И он, это предприятие теперь, какое, чье? Итало-французское. Нет, японо-французское. Ну и все. Что вы хотите? Естественно, как только они получили, до этого, значит, вливало туда государство, вливало, теперь взяли и отдали. Так делают только в экономике, только дураки. Там еще говорил Владимир Владимирович есть. Владимир Владимирович ездил зря. Он ездил на Желтой Калине, обеспечил спрос. Продали. А зачем вы продали? Это хорошее. Продавайте хорошее, но доставляйте себе. А плохое можете и продать. Или я неправильно рассуждаю. Ну что, вы сделали, так сказать, вывели на определенный уровень, она обеспечивает спрос, и работаете, получаете прибыль. Как только она стала прибыльной, это производство стало прибыльной, его сразу отдали, вот раз оно стало прибыльной, нам оно не надо. Отдадим его тем, кто любит и умеет обращаться с прибылью. Как только я что-нибудь сделаю прибыльное, я сразу вас позову и сразу вам отдам. Потому что мне это прибыль, зачем? Или как докеры говорят, нам зарплату не надо, нам работу давай. А у нас капиталисты появились, которым прибыль не нужна. Причем государственные чиновники, которые, как только получат какое-нибудь государственное предприятие с прибылью, норовят его как-нибудь пихнуть иностранному, как они говорят, инвестору. Хотя это никакой не инвестор, это называется вывоз капитала в отсталую страну. Вывоз капитала. Потому что они сделали вид, как будто это приносит прибыль для того, чтобы сплавить наше... Что сплавить? Ну, мы же должны весь вот горизонт охватывать. Вот вы знаете, что мы производили «Волгу». «Волга» пользовалась спросом все время, до момента ее уничтожения. Но никаких работ государство и предприятие не предпринимало для того, чтобы ее модернизировать, там, осовременить. Да? Оно сделало другое. Передало этот завод Дерипаске. Дерипаска купил самую плохую машину «Крайслер». Самое, которое первое место по самым худшим машинам в Америке занимает. Значит, привезли выброшенное на помойку оборудование для производства Крайслера. Переоборудовали всю линию, чтобы, так сказать, установить этот Крайслер, который даже другой требовал, так сказать, другой системы, так сказать, электроснабжения. Там другое количество герц было. Сделали наши народные умельцы. И тем самым обеспечено было полное уничтожение «Волги». А этот «Крайслер» никуда не пошел. Это корова на колесах, там, «Волга Сайбер». Ничего они не... Вот из Америки привезли, что сделали-то? Ну, решили правильно, правильно решили американцы. Я бы на месте американцев сделал то же самое. Значит, уничтожил бы своего конкурента «Волгу», сделал бы, так сказать, «Волгу Сайбер», который тоже не производит. И нет уже больше одного конкурента. То же самое делается, чтобы у нас не было автомобильной промышленности. Что-то непонятно. А если не будет у вас автомобильной промышленности, вы куда пойдете? Ко мне будут все приходить. Ко мне. У меня есть. Вот и все. Что тут непонятного? Ну, непонятно, что надо уничтожать промышленность конкурента. Вы понимаете разницу между конкуренцией и соревнованием? Вот если соревнование, я буду стараться делать лучше, и вы будете стараться лучше. А все будут оценивать, как мы сообща, дружно, так сказать, наращиваем. Что-то так хорошее делаем. А если у нас конкуренция, или я вас съем, или вы меня съедите. Если я вас съем, то без остатку. А если вы меня съедите, то с остатком, потому что у вас размер меньше. И все, вся разница. Но вы все равно меня съедите. Знаете, бывает, маленькие злые они, и съедят. Ну, это конкуренция. Поэтому не надо тут вот жить в мире иллюзий. Раз конкуренция, значит, а у нас монополия государственная, крупнейшая. Она крупнее всех. Тогда мы тоже можем... Не надо разрубать свои эти самые крупные рыбы на мелкие, тогда ее как кит делает. Он же ведь не ловится, как акула, бегает там за этими, за отдельными рыбинами. Он так втягивает планктон, и все. И вот кировский завод, раз на кусочки,
Светлану раз на кусочки, потому что так ее не съесть. Там 40 тысяч человек было, а сейчас 4. И они... И нету этих предприятий. И нету там вот. Вот я недавно проходил на Белостровской улице, и вдруг смотрю, огромное здание, сверху написано золотом «Ильич». Думаю, надо же, что тут такое? Неужели завод возродили этот? Завод «Ильич» там был, станкостроительный, у Гренадерского моста. А потом смотрю, нет, бизнес-центр «Ильич». Ну, понятно, бумаги пишут там. Щелкает на компьютерах и пишет договора. Вы мне то, я вам все. У нас производство вертолетов есть в Выборгском районе, завод «Октябрь». Можно же тоже уничтожить. Уже услали из Выборгского района завод «Климова», который делает двигатели для вертолетов, которые известны, вертолеты у нас одни из самых лучших в мире. Чем они здесь плохие? Потому что рабочие тогда здесь будут, инженеры в городе. А надо город освободить от всех нормальных людей, чтобы здесь были спекулянты, проститутки, бомжи, нищие и банки. То есть вот это паразитическая часть. А если вы выйдете, вас, и, так сказать, придете домой без денег, а то и без головы. То есть хотят сделать Гарлем. То есть надо понимать, к чему это ведет. Люди безграмотные не понимают, как устроен город. Что город – это сосредоточие, прежде всего, экономической жизни, которая прежде всего делает средства производства, станкостроение, машиностроение, а потом все остальное. А если вы умеете делать только, значит, эти самые, ломать пополам макаронины, то и, так сказать, такую страну скоро съедят. Потому что все уже смотрят на Россию. Знаете, какая большая страна, столько много там богатств, а досталось дуракам. Да, конечно, этих дураков все отберут. Не надо быть дураками. А самые лучшие вертолеты в мире. Да, вот. Да, это называется Иван-дурак. Это потому что, как в русских сказках, говорят, что, так сказать, хоть и говорят Иван-дурак, но на самом деле он не такой дурак. Можно просветиться. Поэтому, если бы я думал, что мы не в состоянии это сделать и осознать, ну, постепенно идет это осознание. Надо, конец, и прозревает та же буржуазия, которая не из изобретателей, может, она из бандитов, но ей все равно надо учиться. И мы ее учим, если сюда кто-то приходит, или дети ее тоже учим здесь. У нас же государственный университет, а государство у нас же буржуазное, но надо же сделать хоть буржуазную экономику нормальной. Не везде же, так сказать, не все же вот так вот все раздают и отдают, потому что есть крупные государства, которые, так сказать, ведут производство нормальным образом, а другие грабят. Или нас будут грабить, тут другого нет. А дальнейшее мы с вами узнаем из ваших произведений через неделю. Спасибо за внимание.